Послушайте, сколько раз я вам говорила, у нас сегодня концерт. Мы к этому готовились целый год. Не надо портить нам праздник. Мы не собираемся. И не надо мне мешать, пожалуйста. Вообще-то мы не к вам пришли. А к Глебу где его можно найти? Вообще не имею понятия. Я его сегодня не видела. Он бы мне тоже очень сегодня помог. Что, очень часто подводит вас? Нет. Глеб хороший работник. Он оправдал доверие Марго. Вы знаете, с такой травмой работать с детьми – это тоже… Что за травма? Ну, его сестра Лиза. Она была воспитанницей у Марго в детском доме. И у них произошел взрыв газа, и несколько детей погибло, и Лиза в том числе. Глеб очень тяжело переживал это. Простите, мне некогда, мне надо работать. Так, Лиза. Знаешь, для кого предназначен последний круг ада? Самый страшный. Для лжецов. Для тех, кто обманул доверие. Мы им доверились, потому что все хотят любви. Особенно дети. И мы им доверяли. Нам нравилось, что нас любят. А на самом деле, мы были для них просто очень важным и ценным сырьем. Кроликами для экспериментов. А они гениальные ученые, практически боги. Ну, как Сатурн или Кронос. Да-да, Кронос, который сам пожрал своих детей. Они не могли предположить, что дети захотят освободиться. А они захотели. Я захотел. Только для этого мне нужно их уничтожить. Дочка! Я. Ну, мы же выполнили все условия. Ну, отпусти их! Что? Отпустить? Нет. Это было бы слишком просто и глупо. Пойдем, я тебе кое-что покажу. У тебя есть полчаса, дружок. На самом деле, я приготовил очень хороший, а главное, правильный финал. Из-за этих людей погибли невинные души, и никто не разбирался. Наказание не последовало. А теперь трагедия должна повториться. Только в этот раз возмездие настигнет виновных. Что это значит, трагедия повторится? Ну что тут непонятного? Значит, что хочет все повторить. Так, девочка, Лиза погибла. Погибли дети. Дети? Где? Это в детдоме. Вот, смотри, статья. Взрыв газа. Видишь? Так детдом был здесь. Здесь? Ты понимаешь это? Антонина Петров! Кто? Можно мне с Глашей? Ваня, что это у тебя такое? Ну, только на концерт. Глаша мешать не будет. Так, Ваня, неси это в зооуголок. Понятно? Антонина Петровна, ну, пожалуйста. Так, Иван, все, не обсуждается. Иди. И что? Взрыв произошел в подвальном помещении, там, где было газовое оборудование. В подвале? Антонина Петровна! Что еще? Вам нужно срочно уводить детей из школы. Да вы что, с ума посходили сегодня? Срочно! Желательно строим и без паники. Нет, это невозможно! Слушайте, сейчас здесь все взорвется. Уводите детей! Да. Так, дети, внимательно слушаем команду Антонины Петровны. Антонина Петровна! Да, да! Так, дети, слушаем все меня. Так, так, все идем подальше от школы. Внимание, все слышите, подальше от школы. Слушайте меня, все идем подальше от школы. Проходите! Дальше от быстрее, школы. Быстрее, быстрее, быстрее! Сергеева! Ну что тут у вас? Громов свою квартиру обыскал, ничего. Глеб заминировал школу. Дети должны погибнуть, как при взрыве с Лизой. Живой? Где у вас вход в подвал? Лучше через улицу, там за углом есть дверь.
Скорее всего, подвал заминирован. Нужно сапёры. Наряд к 10-му интернату отправляйте. Жду. И группу саперов сюда. Срочно. Срочно, я сказала. Да вы обалдели там, что ли? Какие 8 минут? У меня тут целая куча детей. Круглов! Ваня! Ваня Круглов, он там остался. Ваня! Ваня! Черт. Смотри за детьми. Внизу еще какая-то лестница. Сыны, школа сейчас взорвется. Там бомба. Ребята, что делать? Там дети, походу. Да где же он? Где он? Ребята, осталось 3 минуты до взрыва. Быстрее! Отвязывай маму, уводи наверх. Сейчас. Маша! Маша! Там ребенок. Спасайте ребенка. Скорее. Бегом! Бегите! Уводи наверх маму! Помоги отцу! Помоги отцу! Я сама! Боря! Боря! Что стоим? Бегите! Мы тебя не оставим! Бегите! Я приказываю вам! Не уйдем! Бегите! Спасай мать! Бегите! Бегите! Ребенка, уходите. А ты? Уходи, говорю!
Кроме тела Стрельцова, еще одно нашли при выходе из подвала с другой стороны здания. Кто? Неопознанный. Мужчина, около 40 лет, умер от удара тупым предметом по затылку. Предварительная смерть не более пары часов назад. Ну, посмотрим, что еще экспертиза скажет. Господи. Глеб. Больше никого не нашли? Нет. Интересно. Приглашайте на опознание. Левин бежал за мальчиком. Ну, вы же сами в это не верите. Не верю. Но Громов обежал все здание. Везде было пусто. Кроме Левина и Глеба никого. А Глеб убит. Тогда кто это сделал? Ну, там мог быть кто-то еще. Допустим, этот кто-то оказался в пустом здании очень вовремя. Да. Он никак себя не проявил. Убил Глеба, убийцу. Сильного, хитрого и совершенно чокнутого. Тогда где Левин? Что думать, что он и Левина тоже? Тело не нашли. Но он исчез. Дома его нет. Телефон отключен. Я Левина знаю 1000 лет. Может, он за ним увязался. А может, его заложники взяли? Какие заложники? Все это фантазии, вымыслы. А по факту... Картинка очень нехорошая. И я буду должна объявить Левина в розыск. Ладно. Да, разнообразие нужно хотя бы поспать. Ладно. Я пойду. Идите. Оля, я что хотел сказать? Странно. Ты меня с института Олей не называл. Я хочу уволиться. Что? Нет. Да. Вы что, офонарили тут все, а? Левин исчез! Еще и ты тут! А обо мне кто подумал? Устали все, да, сильно? А мне одной все разгребать. Громов, иди. Иди! Не гневи Бога и меня заодно. Руки дрожат. Мамуль, ну ты же знаешь, что это пройдет. Ну, Ульяночка, прости меня, пожалуйста, что я тебе не рассказала. Просто эта история для меня очень и очень болезненная. Мам, я все понимаю. Нам с тобой о многом придется поговорить, дочка. Да, нам надо поговорить. Как ты спала? Я глаз не могла сомкнуть. Мне все казалось, что я еще там. Да мне тоже постоянно какой-то странный сон снится. Какой-то старый дом, старая дача, не знаю. Ох, я как услышал, сразу к тебе. А? Здрасте, Кира Валерьевна. Здравствуй, Егор. Чай будешь? Не откажусь. В общем, такой красный дом, белые окна, белые двери. Очень странный сон.
У меня такое ощущение, что я там в детстве, что ли, была. Погоди, ты как будто описываешь нашу старую дачу, которую мы купили много лет назад. Мы? Ну, мы с Борей. Я с тех пор не была там. Соловьевка, Мусоргского, 12. Соловьевка? А ключи есть? Да, лежат в шкафчике. Мне нужно туда съездить, я ненадолго. А почему так срочно? Мам, подожди. Это необходимо. Мы же собирались поговорить с тобой, дочка. Мамочка, мне это необходимо. Мы поговорим позже. Ульяна, я буду волноваться. Вы не волнуйтесь, я съезжу с Ульяной. Все будет хорошо. Вот этот дом. Ульяна, таких домов за городом миллион. Может, тебе, конечно, хочется, чтобы этот дом был из твоих снов, но на самом деле... Это он и есть. Я очень рада, что вы забираете Асю. Я просто уверена, что дома ей будет гораздо лучше. Большое вам спасибо. Ася, я в машину. Жду тебя. До свидания. До свидания. Да, увидимся. Без больницы. Когда захочешь. У тебя же есть мой номер телефона. Хотя бы отец поверил, что она может жить дома. Мать сдала, отец забрал. Ужасно все эти разводы. А страдают дети. Теперь будут приходить к нам на сеансы, а там посмотрим. Уже хорошо. Да. Я хотела вам сказать... Я вам очень благодарна. За что? За все. За вашу помощь. Мне кажется, я
что-то очень важное поняла. Что? Что не нужно жить в прошлом. Надо попробовать найти силы для настоящего. Тина, мне нужна ваша помощь. Да. Документы Кочина по эксперименту Кронос хотя бы посмотреть. Ульян, что с тобой? Да я вспомнила что-то. Я никак не уловлю. Я помню этот замок. Пусти меня, я хочу к маме. Мам, привет. Мам, ты меня слышишь? А скажи, что это был за мальчик тогда на даче, в сарае? Мальчик? Это Костя, Костик. Он тоже участвовал в эксперименте. Тебе было 3 года. Он увел тебя из дома, запер в сарае и поджег его. О, Господи. Ко мне привязался. Обычная детская ревность. Просто я не ожидала, что он может ревновать меня к тебе. Ну, все закончилось хорошо. Пожар потушили. Костик прибежал, все сам рассказал. Ну, после этого я решила, что наша история с Борисом должна быть закончена. А что потом было с этим Костей? Костя Локтев. Мать убила отца, потом умерла в тюрьме. А мальчик-то куда делся? Костя Локтев. Здесь написано, принят к участию в эксперименте. А потом? Так вот же. Усыновление. Голковский? Ты уверена? Да. Голковские отказались от него и вернули в детский дом. Что там? Я, похоже, ошиблась. Глеб был такой же марионеткой, как Алиса. А тот, кто за этим за всем стоит, он все рассчитал. Даже смерть Голковских. Глеба не интересовали Голковские. Вот. Это официальное заключение. Костя погиб еще тогда при взрыве в детдоме. Вы явно ищете кого-то другого. Не уверен. Мама, а что ты еще знаешь про этого Костю? Только то, что... Мать убила отца, защищая сына. Отец видел в Косте нечистую силу и бросился на него с топором. У него еще шрам на плече остался. Ясно.
Егор. А почему ты мне ничего не рассказывал про твоих родителей? Так они умерли. Какой смысл разговаривать о мертвых? А твое детство? Это ведь самое счастливое время. Мое детство счастливым не назовешь. Мне о нем рассказывать неприятно. Оля! Левин, какого черта ты исчез с места преступления? Ты понимаешь, что я должна тебя арестовать? Прости меня. Мне нужно было кое-что выяснить. Выяснил? Выяснил. В таком случае вы арестованы, товарищ майор. Можете хранить молчание, так как все, что вы скажете, я обязательно использую против вас. Оль, ты же столько лет меня знаешь. Но если я исчез, значит, не просто так. Ульяна права. Был манипулятор. Я знаю, кто это. Где Синицын? Я за ней не слежу. Позвони. Я тебя очень прошу. Пожалуйста. Отвечай, твоя Синицына. Ну вот. Ну что вот, что вот? Она просто не отвечает, это ничего не значит. Ты не понимаешь. Мы думали, что игрок Борис. Что он такой крутой. У него свой метод, гипноз и так далее. Потом думали, что это Глеб. Но Глеба убили. Есть еще один человек, на ком испытывали этот метод. Это... Алло. Ульяна. Пожалуйста, помогите. Ульяна! Егор! А, не надо было от меня убегать. Синицына! Громов, быстро пробей мне, где Синицына. Быстро, это очень важно. Зачем надо было бегать так, а? Егор, давай мы с тобой поговорим. О чем? О тебе. Ну я не Егор, я Костя. Егор, а Костя, пожалуйста, умер. Егор. Костя. А это же я тебя тогда запер. Я тебя очень любил. И Киру, и Голковских. А Голковские тогда вообще для меня чудо сделали. Подарили мне семью. Ну, как бы семью. А потом, когда родился настоящий сын, то я им стал не нужен. Зачем тем, у кого есть родной сын, приемный? Ну, они сказали Кире, что я сумасшедший, что я пытался ее Ромку убить. Оставили меня здесь, в доме, на передержку. Иди. Ой. Мне больно. Ну и что? Иди. Прошу. Ну это какой-то бред. Ты что, меня убьешь?
Конечно. Зачем? Зачем? Кира когда-то оставила меня без любви, семьи. Я просто хочу отплатить ей тем же. Ты знаешь, ты должна была умереть еще в детстве. Чтобы Кира могла любить меня. Пусти меня, я хочу к маме. Теперь я хочу, чтобы она мучилась до конца дней чувством вины. Тебя ведь никто не наказывал. Конечно, меня просто перестали замечать. Кто, мама? Да, мама. Она меня вычеркнула, стерла, как будто меня просто не было. Так что никакой любви мне уже не нужно. Я просто хотел, чтобы она меня вспомнила. Вспомнила, что я был. Я им тогда даже шоу устроил с Лизой. Лизу убил ты? Нет. Лиза убила себя сама. Я же научился. Я усвоил все, что делал Борис. Так что Лиза все сделала сама. Помню, какой тогда был взрыв. Не сразу даже удалось опознать, кто погиб. Кого не смогли найти, считались погибшими. Даже Костя. Я, то есть. Я решил исчезнуть. У меня появился шанс стать новым человеком. Потом направо на грунтовку, и, кажется, третий дом справа. Ясно. Мы успеем. Левин, с ней все будет нормально. Ты знаешь, я уверен, что жизнь не всем дает шанс. Однажды к нам в детдом пришла одна женщина. Она искала своего сына уже 2 года. Я внимательно слушал все, о чем она говорит. А потом я пришел к ней. Это все оказалось так просто. Ты же ненавидишь ложь. Нет, это совсем другое. Я сделал ее счастливой. Она нашла сына. Да уж, счастье для матери узнать, в кого превратился ее сын. Не узнала. Она умерла. Егор, что это? Так. Нет, пожалуйста, нет, не надо. Пожалуйста, нет. Опа! Скоро все закончится. Нет, я не могу. Я не должна умереть, нет. У меня будет ребенок! Нет. Пожалуйста. Ты же хотел стать отцом. То есть ты хочешь, чтобы я поверил в то, что это мой ребенок? Да. Нет.
Ай. Чувствуешь газ, да? Тебе не будет больно. Ты ничего не почувствуешь. У тебя было ужасное детство. Но ведь это уже не исправить. Ты для кого-то еще можешь стать самым важным, самым любимым человеком. И что же ты предлагаешь? Может, мне завести собаку? Она будет меня любить? Или усыновить инвалидика? Нет. Жизнь слишком много мне задолжала, чтобы потом расплачиваться каким-то мусором. Ты чудовище. В каждом из нас живет чудовище. Но не каждый способен вытащить его. Давайте все-таки восстановим картину произошедшего, Егор. Егор? Вы меня слышите? Прекрасно. Как вы манипулировали Алисой и Глебом? Вы им чем-то угрожали? Угрожал? Нет. Мы были с Алисой хорошими друзьями. Посещал благотворительные мероприятия, там мы и подружились. Когда я ей предложил посетить один приют, она ни секунды не сомневалась. Дальше продолжайте. Алиса в детстве верила, что ее родители унесли демоны. Мне всего лишь навсего пришлось внушить ей, что эти демоны вернулись. Мне нужны были Голковские. Я следил за ними. И вся эта история с поддельными печатями, которую устроил Роман, натолкнула меня на идею с демонами. Все, у кого есть печати демона, автоматически становятся демонами. Следовательно, угрожают человечеству, а значит, должны умереть. У Голковских были эти печати, они должны были умереть. Но Роман успел продать печать Белому, а он Майе. И мне пришлось немного усложнить схему. Так Алиса стала инквизитором, спасающим мир от демонов. Изящно, правда? Да. А с Глебом вы тоже подружились? Конечно.
Я сказал Глебу, что мне нужна хоть какая-то информация про взрыв в детдоме, потому что у меня там погиб брат. Я правильно подобрал ключик. Глеб жил идеей мести, но у него не хватило бы ума, чтобы отомстить, поэтому мне пришлось разработать всю игру за него и где-то даже помочь лично. Например, с Борисом и Кирой. Сначала Глеб вырубил Бориса и Киру. Что происходит? Мы отнесли их в машину. А то, что на меня напали, я потом разыграл для вас. Алиса хорошо поддавалась гипнозу. С Глебом было чуть сложнее, поэтому мне пришлось стать сообщником. Да. Поэтому вы его и убили. Ну, Глеб должен был остаться в подвале школы и погибнуть от взрыва. Но он внезапно вышел из гипноза, испугался и хотел убежать. Хорошо, что я был рядом. Да. А Максим Крапивин? Инга Ланд? Ну, это элементарно. Смерть Максима была нужна для того, чтобы Ульяна включилась в игру, а смерть Инги для того, чтобы она туда вернулась. А Соню, зачем вы убили Софью Родионову? Я просто решил, что она должна умереть. Ульяна должна была включиться в игру одна. Надо было как-то устранить Левина. Ну и к тому же Алиса все сделала за меня. Ну, а как у Алисы оказалось орудие убийства? И куда оно потом делось? На месте преступления? Мы его не обнаружили. Я его забрал. Алиса впустила вас в квартиру. Ольга Сергеевна. Гипноз — это такая вещь, с помощью которой можно внушить все, что угодно. Я внушил Алисе, что она может мне доверять. Она сама меня впустила в квартиру. Я отпустил ее, но продолжал за ней наблюдать. Чтобы она могла дать полиции, то есть вам. Описание злодея — это моя шутка. Я внушил ей, что ее взаперти держал Роман. Когда этот маленький гаденыш родился, Голковские обвинили меня, что я чуть его не убил. Теперь у меня появилось право обвинять его. И Алиса мне в этом помогла. Это был хороший ход. Левин выходит из игры, а Ульяна сосредотачивается на деле. Да. Кстати, Синицына идет на поправку. Ни Бога, ни перста судьбы из вас не вышло. Она скоро выпишется из больницы и будет счастливо жить дальше. Счастливо? Вряд ли. Увести подозреваемого. Слушай, Оль. Громов. Сколько раз я просила соблюдать субординацию? Ольга Сергеевна. Что? Пойдем посидим где-нибудь. Алло, пап. Привет. Все хорошо, правда? Да, это не важно. Я, честно говоря, по другому поводу звоню. Я хотела сказать...
Ты был моим папой и останешь навсегда. Все остальное не имеет никакого значения. Папуля, я тебя люблю. А еще ты скоро станешь дедушкой. Да. Синицына, на УЗИ. Пап, я тебе перезвоню. Да, целую. Девушка, скажите, в Синицын в какой палате? Третьем, на третьем этаже. Спасибо. На УЗИ? Да вы не волнуйтесь, у них все хорошо. И у нее, и у малыша. Обычное обследование.